По отношению к цвету задней стенки, мы видим, что, конечно же, цвет платья тоже выделяет героиню в этом кадре. То есть нам здесь, конечно, очень много, очень помогают цвета. Whereas in black and white, really all you have to work with is the graphic shapes that you create with the light. So you have, Ну, опять же, да, когда мы говорим про черно-белое, вы здесь будете работать, конечно, в основном именно с формами, с теми графичными формами, которые вы создаете, в том числе с помощью свитка. Смотрите, да, черно-белое, представьте себе, что у нас здесь есть. You know, these shapes Смотрите, вот are вот наши формы. You have the lamp and здесь the shape лампа, of the lamp here, старшая. And you have a little sense of her face. Those will be the lightest things in the frame. And the rest will go into dark shades of gray. So those are the graphic elements you have to play with no other color to separate them. Her, you know, her blue. Цвет нам здесь не будет помогать. То есть мы выделяем да, 4 в этом кадре, например, если он будет черно-белым, то выделяется 4 пятна света, да, 4 точки. Это наша обе лампы. Вот это лампа слева и торшер справа, окно сзади и, естественно, лицо, да, которое тоже будет выделяться светом. То есть нам здесь цвет, в отличие от того, что мы сейчас видим, не будет помогать создавать формы. So, for instance, her blue will blend in the same tone as his jacket. Да, например, цвет платья будет сливаться, да, с цветом пиджака героя. So the answer is yes, you will light and create a frame and a composition differently for black and white than for color. То есть понятно, что, конечно, ответ на ваш вопрос да, конечно, влияет, конечно, если вы работаете с черно-белой пленкой, то то, как вы стараетесь свет, будет отличаться. If you look at a black and white movie, that's well photographed, like Manhattan, Woody Allen's film Manhattan, photographed by Gordon Willis. You see the graphic shapes and how they use things differently than you would in color. Да, хороший пример того, как форма, как она используется, как она выстраивается в черно-белом кино, это Манхэттен Вуди Аллена, да, и уже вспоминаем сегодня Гордон Уиллис, оператор этого фильма, действительно выстраивает совершенно по-другому по отношению к любому фильму в цвете. In fact, the film last year, Ida, может быть, вам знакомый, польский фильм, да, он приезжал в неделю, может быть, да, который Оскар. Is a good example because it's, you know, it has a stark quality to it. Because there are a lot of white walls, and they chose a particular sort of framing, but it played very well in black and white, and they used those graphic elements very well. И да, и это такой более новый, может быть, пример. Там очень много кадров с белым фоном, белая стена, на фоне которого действительно особым образом выделяются формы, именно благодаря тому, что выбрано черно-белое решение, и это работает. And even in from my own experience in the film Eraserhead, we were able to paint things into shades of gray. So on the set, we could look by eye and get a pretty good example of what the film was going to see because already the wall was not a color, it was a shade of gray, which we had tested, and his costume was black and white. And we chose to eliminate as much color from the set so we could see it better by eye. Ну, а собственно, если уже говорить о моем собственном опыте работы, да, вот, например, голова ластик черно-белая, мы на самом деле уже в декорациях использовали черно-белый, то есть использовали да, такой монохром, мы уже красили там стены серые, разные цвета, разные оттенки, те, которые мы протестировали, именно с тем, чтобы понимать, как это будет выглядеть, как будет выглядеть картинка, например, серые стены или черно-белый костюм героя. And I would say the other thing that's wonderful about black and white is your approach to the photography can be different than in color, because black and white, well, let's say color
immediately tries to replicate reality, and black and white is one step away. Ну а если говорить в общем, одно из таких больших преимуществ, может быть, или не то, что, что очень интересно в черно-белом кино, это безусловно то, что когда мы говорим о цвете, мы все-таки всегда есть какое-то такое ощущение стремления к, к реальности, к реалистичности, к реализму, в то время как черно-белое кино сразу нас относит к какой-то другой отдельный собственный мир. Это, конечно, это отличается. Это очень хорошо. Еще какие-то вопросы?